Узнать историю Рождества смогли зрители праздничного концерта во Дворце культуры России. Накануне там состоялась ежегодная рождественская елка Серпуховского благочиния. Принимайте, люди, весть! Тот спаситель, что вы ждали, он сегодня уже здесь! Вместо Деда Мороза и Снегурочки на сцене ангелы и Вифлеемская звезда. О необыкновенном чуде, которому больше 2000 лет, воспитанники воскресных школ и творческих коллективов городского округа решили рассказать в театрализованной форме. Они читали стихи и исполняли рождественские песни. Впервые на концерте выступил сводный хор певчих собора Николы Белого и Ильинского храма. С приветственным словом к зрителям обратился благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чебан. Ежегодно мы собираемся в этом прекрасном, уютном зале, дабы прославить Христа, поздравить друг друга с рождественскими крещенскими праздниками. Пусть свет от рождественской звезды воссияет в сердцах каждого из вас, согреет тепло ваших домов, и дай Бог, чтобы такие мероприятия всегда объединяли нас.